Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодня прошло очередное заседание Рабочей партии России. И было принято решение об отчислении из партии нашего товарища, бывшего товарища Бегизова Александра Владимировича. Ну и, в общем, это событие показало, во-первых, что такое часто, ну, не часто, но такое случается с людьми. И об этом и исторический опыт нам говорит, что замечательные люди, марксисты, в общем-то, работают, активно участвуют в жизни партийной, ну, совершают ошибки, конечно, какие-то, но, в общем, в целом ведут партийную линию, в общем, поддерживают, но в какой-то момент проявляется оппортунистическая вот сущность человека, вот, то есть такое случается, вот, периодически. Ну, то, что позиция Бегизова, она, в общем-то, проявилась, она устойчива, то есть вот сегодняшнее собрание показало, что, в общем-то, это действительно его линия, он не выступил, ну, как-то не покаялся, можно сказать, там не изменил свою позицию, не попытался как-то объясниться. Вот, все это говорит о том, что, в общем-то, решение правильное. Вот, и второй момент, что в партии тоже неоднозначные были мнения по поводу этого решения, и были высказаны мнения, что вроде как и нужно, может быть, выговор ему сделать строгий и оставить так сгоряча, в общем, не рубить. Вот. Ну, это тоже говорит о какой-то мягкотелости и потере бдительности среди товарищей наших. А для партии это, в общем, недопустимо. Это может привести к расколу и вообще превратиться в какой-то кружок, вот, движения. И на примере распада и КПСС, загнивания и в РКРП тоже такие антирабочие и антикоммунистические, в общем, тенденции наблюдались. И, в общем, нам нужно быть, как говорится, начеку и бороть в себе тоже вот эти недостатки, да, которые ведут к оппортунизму. То есть бороться с оппортунизмом в самом себе. Вот. Ну и, конечно же, давать критику на действия своих товарищей. Тогда мы будем сплоченная организация, которая вот, боевая организация, которая может выполнять задачи, которую не сломить. Вот. Придерживаться, если мы будем, программы, строгое устава, вот, и осуждать товарищей, которые этого не делают. Вот. И хороший урок, в общем, нам всем, что нужно быть бдительным и как-то, хоть и время сейчас такое спокойное, мирное, но все может измениться. Вот, и, скорее всего, так не будет, ну, всегда. А от этого, в общем, зависит вот от единства нашего, вот эта партия, это союз единомышленников, и вот от сплоченности и верности, в общем, уст,
составу зависит и успех, и победа рабочего класса в завоевании власти в конечном итоге, установление диктатуры пролетариата. У меня все.